Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Fit Shuttle. 2012 год, бензин и двигатель объемом 1,3 литра, 88 лошадиных сил, гибридная установка 10 кВт, АКПП, передний привод, хорошая резина, пробег 151 тысяча километров, аукционный балл 3,5, имеются повторители в зеркалах, ветровики. По салону у нас ухоженный темный салон, кожа ткань не прокуренная, климат-контроль, кондиционер, мультимедиа, круиз-контроль, антиюз, режим эко, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 89, 85, 85, 91, 98, 92, 89, 92, 87, 78, 93.